Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Deonexia 2001 года выпуска. Двигатель 1.5, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 368 тысяч километров. Переставлял двигатель, немножко поработало и перестало срабатывать втягивающее. Клацаешь, клац, а дальше, пока по втягивающему не стукнешь чем-нибудь, оно не срабатывает. Лучше всего это сделать снизу, снять его, поднимая автомобиль и снимаю стартер. Перед этим скину клемму минуса с аккумулятора. Сейчас пощелкаю стартером. Так что скидываю клемму. И поднимаю автомобиль. Вот он, стартер. Здесь немножко неудобно. Закреплен он двумя болтами. Головка на 13. Шпилька, гайка, он же на верхней шпильке, масса закреплена, плюсовой провод и возбуждение провод. Плюсовой на 13, возбуждение на 10, головочка, и на 13 стартер. Целиком откручиваем его. Вот гаечка М6. Теперь вверху на 12 массу откручиваю. Как неудобно верхнюю шпильку откручивать. Откручиваем гайку. Вымазался весь, как негр. Откручиваем три этих винта.
Здесь вот какая вилочка с грибочком вставляется. Берем новое втягивающее фирмы Портсмал PXPEC-B002. Вот такой же грибочек. Сравниваем. Все то же самое. Вот эту нам надо убрать штекер, потому что там не штекер, а там гайка. А закручивать с ней будет неудобно. Убираем. И прикручиваем на место, вставляем вилку. Обхохочешься, резьбы нету. Вот тебе и фирма Портсмал. Но не везти же обратно. Нарезай резьбу. Я еще с таким не сталкивался. Нарезал резьбу, резьба М5-08. Ну, конечно, качество товара шикарное. Прикручиваю провод. Идем устанавливаем. Сразу на верхний болт, на верхнюю шпильку одеваю головку и завожу вместе с головкой.
Также наживляю нижнюю шпильку. Верхнюю я уже наживил. Но вороток я оттуда не убрал. То есть удлинитель с головкой не убрал. Теперь одеваю трещотку и сразу подтягиваю. Все, верхний подтянул. Закручиваю нижнюю шпильку. Самое, что у нас здесь неудобное в данный момент, это наживить гайку на верхнюю шпильку, массу, чтобы прикрутить. Все, наживил. Вроде бы рядышком, а так неудобно туда подлазить. Одеваю возбуждение, проводочек, наживляю гайку. Головка на 10. И одеваем питание. Гайка на 13. Опускаем. Ставим клемму минусовую и пробуем. Все, втягивающее реле заменил, автомобиль заводится. И единственное, кто будет форсмал заказывать, не заказывайте именно втягивающее реле. Никогда не попадался, нет резьбы, пришлось нарезать. На этом все. Всего вам доброго.